Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, мы поговорим сейчас о четвертой главе Евангелия от Иоанна. В основном четвертая глава содержит рассказ о встрече Иисуса с некой женщиной-самарянкой, ну и о событиях, которые вокруг этой встречи происходят. Дело э, где-то в районе города, называемого Сихарь, в окрестностях этого города, у колодца, э, который известен очень э, в иудейской традиции, как э, колодец Иаковлев, э, близ участка земли, данного Иаком, сыну своему Иосифу, Такое вот несколько символическое место, где есть вот колодец. Это, с одной стороны, очень понятная вещь, с другой стороны, нужно учесть некоторые важные моменты. Во-первых, все-таки, по крайней мере, в те времена это довольно засушливая страна, и каждый колодец на счету, не так, чтобы их можно было, знаете как в нашем климате, выкопать абсолютно где угодно. Это, во-первых. Во-вторых, в этом климате принято было ходить за водой либо рано-рано утром, когда еще не наступила жара, либо поздно вечером. Но вот около полудня, значит, в самое жаркое время года, Иисус, как пишет Евангелист Иоанн, утрудившись от пути, сел у колодца, и приходит женщина из Самарии. Между прочим, отвлекаясь, может быть, от основного содержания, надо заметить, что, по крайней мере, в ранней христианской традиции было принято обращать внимание на вот такие выражения, как «Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца», потому что в дискуссиях о тайне Природы Господа Иисуса Христа, подобного рода, ну, скажем, да, понятные и простые человеческие вещи, они оказывались для ранних христиан важными. Сейчас же для нас может быть гораздо важнее вот что. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Приходит в то время, когда она наверняка не встретит у этого колодца никого другого, никого, кто там по каким-то причинам, выразит ей какую-нибудь неприязнь. Ну потом-то мы быстро поймем, читая эту главу, в чем там дело. Здесь же в самом начале мы видим, что эта женщина приходит к Иисусу, и неожиданно для нее самой Иисус говорит ей, дай мне пить. Это вообще говоря совершенно невозможно, потому что по Иисусу было видно, что он иудей а иудеи относятся к самарянам как к людям второго или даже третьего сорта, к какому-то неполноценному народу. Хотя, конечно, в сущности, они, составляют потом, они являются потомками одного и того же народа, но если иудеи – это в основном потомки тех, кого угнали в плен в Вавилонии, и кто потом вернулся, то самаряне — это главным образом потомки десяти колен Израилевых, которые жили на севере, в северном царстве, которые разрушили ассирийцы в 722 году до Рождества Христова, и которые потом перемешивались, ассимилировали разных язычников, сами каким-то образом принимали те или иные язычки, обычаи и практики. В общем, иудеи считают, что они э, недочеловеки, неполноценные, э, всячески плохие, ненадежные, верят они неправильные, обычаи у них э, нечистые и прочее, прочее. Э, э, и это настолько привычная, естественная для всех вещь, что уже никто не замечает этого. И когда самарянка сталкивается с другим отношением со стороны Иисуса, ее это поражает, и говорит, как это может быть? Ты иудей, иудеи с самарянами не сообщаются, а ты просишь пить у меня, в общем, ведь очень простая человеческая вещь. Да? Как может человек из одного народа относиться к другому народу не со снобизмом, превозношением и тому подобными греховными э, какими-то э, поворотами э, эмоций, да, а просто по человечески. Прежде чем э, читать весь дальнейший рассказ о том, что происходит сегодня, это очень важно для нас увидеть, потому что вот в ситуации подобной, в ситуации э, реального или виртуального контакта с другими людьми, не похожими на нас, да, мы оказываемся постоянно. Вот наш Господь в подобной ситуации поступает вот так, обращается к этой самарянке как к человеку, который и и сам оказывается свободен и, и ожидает от нее увидеть такую же свободу от э, слишком человеческих предрассудков слишком человеческих и вот э, Христос говорит ей удивительные слова если бы ты знала дар Божий кто говорит тебе дай мне пить может быть видите это некоторое слово обращенное к сердцу самарянки а может быть как некоторые толкователи думают здесь, вдруг нам становится слышно то, что думает в этот момент Иисус. Маловероятно, чтобы Самарянка могла понять про воду живую, и мы видим буквально в следующем абзаце, что действительно понимает она плохо. Но для Евангелия от Анны это тоже очень важная вещь. Вероятно, для него, для автора Евангелия, важно очень было в самых разных местах сравнение Иисуса с глотком живой воды в пустыне, с тем, что действительно э, может тебя вернуть буквально к жизни, когда человек долго мучается от жажды э -э, и в жарком климате это действительно очень тяжело и по-настоящему опасно. И вот э -э, евангелист Иоанн рассказывает нам о том, что Иисус говорит о себе, о себе как э, о такой воде живой, о встрече с собой, которая может вернуть, возродить человека к жизни. Да, и, конечно, самарянка не очень понимает, о чем он говорит, потому что она как-то иначе видит в себе, что именно может быть по-настоящему для жизни важным. И вот она его спрашивает, ты что, больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец? И снова Господь Иисус говорит о том, что Я даю воду, которая может стать в Тебе самом, в Тебе самой источником воды, текущей в жизнь вечную. И тоже, в общем, это очень важная иллюстрация, если картинка, если хотите, да, которая полезно увидеть глазами вот встреча с Иисусом то слово которое он тебе дает то что он открывает тебе становится для тебя не только глотком живой воды очень приятным и помогающим не издыхать от жажды вот в данный момент но источником того что Иисус называет «вода, текущая в жизнь вечную». Здесь, вероятно, есть некоторые, знаете, скрытые цитаты от того источника, который Моисей обнаружил в пустыне, ударив жезлом в скалу, до того источника, который в видении Иезекииля вытекает из-под будущего храма, Царстве Небесном, наверное, насколько это было понятно и известно вообще Самарянке, строго говоря, большой вопрос. Но сам по себе образ, тем не менее, вполне понятен. Иисус говорит о том, что то, что я тебе даю, может а действительно родить в тебе жизнь. А понимаете, мы часто очень думаем, что мы сейчас что-то такое можем сделать с собой и родиться в нас источник жизни вечный. Вот единственное, что по-настоящему для этого важно, это э, встреча с Иисусом. Женщина у колодца снова не понимает его и говорит: "О, давай замечательно, чтобы мне уже не ходить за водой в эту страшную жару, дай мне" этой воды, чтобы мне не приходить сюда черпать. И тогда дальше довольно характерная вещь, такая происходит в нескольких местах Евангелия, мы видим такие диалоги между Иисусом и людьми, когда Он задает какие-то вопросы, говорит какие-то вещи, дающие самому человеку возможность посмотреть на себя, на свою жизнь со стороны и что-то про нее понять. А вдруг совершенно неожиданно Иисус говорит пойти приведи мужа да и приходи сюда причем здесь муж почему муж и так ли он в самом деле в данной ситуации нужен скорее нет чем да но мы видим что Самарянка в этой ситуации теряет способность врать ну потому что про свою жизнь мы часто другим рассказывая несколько такую приукрашенную картинку, социально приемлемую. Но с Иисусом это не получается. И самарянка шокированная, наверное, или, по крайней мере, удивленная сильно тем, что говорит Иисус, говорит ему, да нет у меня никакого мужа. И действительно у тебя было пять мужей, и тот, с которым сейчас живешь, не муж тебе. Это правда. И тогда женщина отвечает: "Вижу, что ты пророк, понимаете? Потому что встреча с Иисусом это, с одной стороны, звучит очень э, возвышенно, а с другой стороны, совершенно невозможно не в правде. Друг другу мы можем сколько угодно про свою жизнь морочить голову, но никакого смысла э, обманывать Иисуса нет." Это важная очень вещь. На самом деле в покаянии важно помнить, что все равно он знает правду. И пока ты сам на эту правду не решишься, пока ты сам не согласишься предстать перед Богом не в облике воплощенной праведности, ну а с теми немощами и грехами, какие есть, да, вот таким, каким ты есть в данный момент, прямо сейчас ничего не получится. Поэтому, видимо, для Самарянки было необходимо увидеть вот эту прозрачность жизни перед лицом Иисуса. И когда она соглашается на правду, вот тогда она говорит, да, вижу, что ты пророк. И наступает следующий поворот в этом разговоре, потому что почти сразу, может быть, и вовсе сразу, Самарянку уже перестает интересовать. Подробности ее, видимо, в самом деле довольно несчастной семейной жизни. И она говорит вообще о другом, отодвигая в сторону этих пятерых бывших мужей, того, который сейчас не муж ей. Говорит, так, вот я вижу, что ты пророк, и тогда у меня к тебе есть важный вопрос. Где должно поклоняться? Потому что между самарянами и иудеями идут бесконечные споры. Иудеи говорят, что поклоняться надо в Иерусалиме, только в Иерусалимском храме, и никак иначе, э, ну, что, вообще говоря, не слишком древнее установление, появившееся после плена, во-первых. Во-вторых, сами иудеи довольно успешно его нарушают, поскольку существует аналог Иерусалимского храма в Египте, где живет пара миллионов иудеев, которым просто, ну, невозможно ходить в Иерусалим поклоняться и так далее. А самаряне как-то еще по-другому. Вот они поклоняются там на горе Горизим неподалеку от того места, где происходит эта беседа Иисуса с самарянкой. Стало быть, видите, самарянка оказывается человеком, который, если у него появилась возможность спросить э, у пророка, она спрашивает вот о такой фундаментальной вещи. А как правильно, как надо почитать Бога? Что это такое? Это же поразительно, что Иисус, вообще говоря, вступает в этот диалог. Знаете, там фарисеи в подобных ситуациях говорят: человеку во грехах ты весь родился и э, не лезь ни в свое дело. Нет, Иисус, обсуждают эту тему с Самарянкой, обсуждают и говорит ей о том, что вот наступает другое время, когда будет совершаться другое поклонение отцу, ни на горе Сей, ни в Иерусалиме, как-то иначе. При этом, с одной стороны, это очень легко, потому что если не на сей горе и не в Иерусалиме, а как-то по-другому, значит это возможно для тебя сейчас. А с другой стороны, видите, наша психика устроена так, что мы очень зависим, как и все, конечно, млекопитающие отряды приматов, как и наши, да, обезьянподобные предки, мы все очень зависим от ритуалов, и они держат нас в очень строгих... О рамках и воспринимается поэтому нами как некоторые подпорки. И для самарянки тоже это поклонение на горе Гаизим структурирует жизнь. Что-то становится четко понятным. Вот есть некий ритуал, который мы совершаем, и это дает нам возможность думать о том, что мы поклоняемся Богу. Для нее поэтому важно, какой ритуал правильный. А Иисус говорит, что вообще дело не в нем, не в этом ритуале. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. И что это означает? И вот э, скоро две тысячи лет э, с того момента, как эти слова им произнесены, и уверенности в том, что мы хорошо поняли, э, ну в общем нет. И всякий раз действительно в духе ли это происходит, действительно ли нашим поклонением, нашим диалогом с Богом движет тот дух, то движение жизни или дыхание жизни, как на языке оригинала называется это в Ветхом Завете. Так ли это в самом деле? Понимаете, здесь единственной опорой уже становятся не какие-то ясные и четкие ритуалы, которые, к тому же, у христиан эволюционируют с огромной скоростью. Да, но доверие Духу Божьему, доверие тому, что Бог действительно открывает нам себя по правде, когда мы приходим к Нему в правде о собственной немощи, и Он открывает нам правду о Своем величии. Понимаете, Иисус говорит этой самарянке «Бог есть Дух». И поэтому э, он независим от каких-то других вещей. Если мы пытаемся ему поклоняться каким-то образом, войти в диалог с ним, значит и самим тоже нам нужно э, уметь слышать голос Божий, чтобы сердце наше двигалось этим дыханием жизни или духом Божьим, который исходит от Него продолжается этот диалог, и тогда Самарянка говорит: "Ну хорошо, я не понимаю про дух и истину, но я знаю, знаю, что придет Мессия, который научит нас всему. И у Самарян и тем более у иудеев в это время было представление очень важное и не очень нам понятное о том, что когда придет Мессия, он восстановит правильное почитание Бога. Он научит нас, как на самом деле надо поклоняться. Многие иудеи думали об этом как о наведении, так сказать, элементарного нравственного порядка в храме. Вот знаю, что придет Мессия, тогда он нас научит. Может быть, тогда я пойму, что ты говоришь, говорит Иисус Самарянка. И тогда редчайшее в Евангелии, абсолютно почти уникальное, редчайшее событие. Он говорит ей, это я, который говорю с тобою. Как правило, Иисус ожидает, что люди сами как-то переживут, почувствуют в нем Сына Божьего, почувствуют в нем человека, пришедшего от Бога. Поэтому он не говорит им таких вещей. Самарянка одна из Почти единственное, кому вот он э, говорит, это я, который говорил с тобою. В этот момент приходят его ученики и говорят, ну что ты с ней разговариваешь? Потому что им как раз совершенно непонятно, о чем их учитель, э, правоверный иуди может разговаривать с этой самой соварянкой. И женщина там кувшин бросила и убежала. Да, так, по-видимому, на нее посмотрели ласково эти самые ученики, спрашивая Иисуса, а о чем ты с ней говоришь. Она приходит в город, рассказывает своим соплеменникам, говорит: пойдите, посмотрите на этого человека, не Он ли Христос. Чуть перескакивая, нужно сказать, что жители этого города приходят к Иисусу, приходят они разговаривают с ним, слушают его. О чем, собственно, разговор не так понятно. Но они просят его побыть в их городе. Иисус проводит там еще два дня. И в конце Иоанн-евангелист свидетельствует о том, что они уже не по рассказам, а по результату непосредственного общения с Иисусом понимают и исповедуют, что Он действительно Спаситель мира Христос. Вообще говоря, важно, что это возможно. Что это возможно слушая Иисуса, разговаривая с Ним. Мы часто очень придумываем себе такую, в общем, довольно банальную отговорку, что я бы с удовольствием э, чтил Бога и поклонялся Ему в духе истине, но ничего нельзя понять. Ну вот Самарянам хватило двух дней Иисуса послушать, чтобы понять, чтобы пережить в нем. Присутствие Бога, чтобы увидеть в Его глазах свет Царства Небесного. Для Евангелиста Иоанна это одна из самых важных чем? тем. Он очень еще много раз будет к ней возвращаться. А ученики, принеся Иисусу пищу, дают Ему ее, говорят, вот, рави ешь. Когда Он отказывается и говорит, у меня есть пища, которую вы не знаете, Ученики, естественно, думают, что ну кто-то еще, наверное, приходил, что-то ему принесли. И Господь говорит здесь две важные для нас вещи. Во-первых, потрясающие совершенно слова «Моя пища творить волю пославшего меня и совершить дело его». Что может стать пищей жизни? Что может стать для нас, для человека источником вообще силы жить, действовать, что-то созидательное в этой жизни, на этой земле, да, приносить. Вот Господь Иисус предлагает такую, если хотите, картину мира. Моя пища есть творить волю пославшего меня. Как Он говорит, в искушении в пустыне не хлебом единым будет жив человек. Вот таким хлебом пищей, источником жизни действительно может быть для нас исполнение воли Божьей. Если хотите, это важное антропологическое откровение. И второе, он говорит о людях, к которым предстоит идти апостолам. Он говорит: посмотрите, поднимите глаза, и вы увидите побелевшие нивы, поспевшие. К жатве, как действительно люди оказываются готовы к такой встрече с Богом во Христе Иисусе. Готовы и ответственность учеников в том, чтобы это произошло и реализовалось. Иисус говорит о том, что он посылает своих учеников жать плоды жатвы. Иисус не ставит перед ними задачу самоусовершенствования, хотя, наверное, многим из них это не помешает. Они такие же люди и тоже совершают иногда ошибки. Или какие-то еще другие задачи, построения там, я не знаю, всеобщего благоденствия или чего-нибудь другого. Не в этом ответственность общины учеников Иисуса, а в том, чтобы жать побелевшие нивы, людям, готовым поверить Богу, свидетельствовать о любви к Божьей, которая в Иисусе Христе открыта. И еще в этой главе небольшой, в самом конце, фрагмент о событии, которое происходит в Кане Галилейской, когда к Иисусу приходит некий царедворец, говорит, что у него больной сын, Просит исцелить, Иисус говорит, может быть, если хотите, по результатам э, того, как к нему относятся люди э, ну, по крайней мере, многие окружающие его в Галилее, э, вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. И замечательно совершенно... Э, вещь происходит дальше. Царедворец, ну, у нас очень конспективный рассказ в Евангелии, царедворец, видимо, понимает, о чем идет речь, потому что много людей хотят посмотреть, как Иисус совершает чудо. Это же действительно всегда интересно и воспринимается как ловкий фокус. Но он говорит, нет, не об этом разговор, и говорит Иисусу, что все, наверное, так, и про уверуете, я понимаю, и про знамения и чудеса, но сын умирает. Поэтому, пока не умер, приди и вот сделай то, что ты можешь. Этот царедворец из плоскости, если хотите, богословско-аскетической да, разговора о наших отношениях с Богом, переводит разговор в плоскость человеческую. Он обращается к сердцу Иисуса, к его способности пожалеть, к его способности отличать добро от зла и ценить жизнь. И вот он говорит, пока не умер сын мой, приди. И это, оказывается, если хотите, вы стартовой площадкой, на которой строится чудо человеческая просьба в пространстве человеческой жизни да и в некотором очень человеческом тоже доверие к иисусу становится для христа возможностью совершить это чудо он говорит сын твой здоров и действительно в этот час как потом царедворцу объяснили его слуги он выздоровел и уверовал уверовал самый весь дом его казалось бы, казалось бы, он попытался обратиться к человеку в Иисусе, обратился, услышал ответ, и в то же время, как выражается в пасхальном послании Анзол принял видимое и был объят невидимым, принял тело и был побежден духом. Вот обратился к Иисусу как к Иисусу из Назарета, а не как к тому, кто занимает какую-то высокую должность в небесной иерархии. И именно таким образом стал участником чуда и научился доверять Богу.